Всем привет, с вами снова Елиза, и сегодня со мной Максим и Рома. Да. И перед началом этого видео я бы хотела вам посоветовать офигенный канал на YouTube, где вы можете найти разные лайфхаки для жизни, как можно сделать офигенные крышки для коктейлей, а также разные кулинарные фишки. Так что обязательно переходите по ссылке внизу и смотрите видео. Всем приятного просмотра. Он, короче, пробегает из коридора, кувырок делает, ногами встает на потолок. Ногами? Да. На рогами, ногами. Я встал на потолок ногами. На стену ногами встает, и говорит, то есть головой на кровати, и такой, я человек. Итак. Есть песня, да? Я ее слушаю в наушниках, они не слышат песню. И я пытаюсь изобразить, что происходит в этой песне, то есть поется, типа... Вот, что он говорит, я должен это попытаться изобразить. Вот, да, и они должны отгадать. О, нужно ты искать. Эту песню выбрать, а ты заходи в популярную. Он говорит, давай я песню выберу. Я что-то забыл. А, давай, я... выбирай. Давай, давай, может, я тоже выберу, ну, чтобы было проще. Пять минут назад я трахал, сука, версия. Ну, как же сложно. А почему ты не угадал? А у меня фараоновый синдром. А! У меня очень много. Круто. Здорово, держите в курсе. Каждый день мне снится, как я одел цепь на цепь на цепь, одел цепь на цепь на цепь. Мне все чаще. Я не знаю, плачь. Да. Кадиллак и... Что? Деньги, машина. Каждый деньги даст палат. Одел цепь на цепь на цепь. Ты такой добрый. Я одел цепь на цепь на цепь, одел цепь на цепь на цепь. Мне все чаще снится кузов Мерседеса. Да, блядь. Кстати, у тебя прошла почти. Ну я же мажу, может черный круг вместо масла, да, что? Мама сдохла, а мама сдохла. А ты чё? Да что я делаю? А зачем ты так попадаешь? Тут 2002 будешь высечен кого? Гилсер Стрит 2002? Гилсер Стрит 2002. Ты идешь? Иду, давай, пойдем. Погнали, пошли побегаем, может. Горбыш высечен кого? Я пошел ел. Сейчас. Ты говоришь, ты 3-2-0. Я сюда туда? Да, да, давай. Да, да, да. Бездари? О. А вы дожираете. Чё нах? Что за песня? Я туда, и сюда, туда. И вы меня. И бегать всегда. Да что, я не понимаю. Я повторяю то, что в песне. Это все меня, меня. Да! Что это такое? Пиз. Мы оба не проиграли. Да. Ну, пиз. Поближе. Твоя сука такая тупая, что хочешь. Твоя сука такая тупая, что хочешь услышать. Да. Да потому что это я же тогда показал вам. Скажи, скажи. Мертвых Найка. Максим первый. Ну, бля, так не дох, лох. Я умер. О, боже мой. Заряжаю пистолет, я. Черный пистолет. Ты... Я убиваю тебя. The Dynasty, тварь. Это связано с Ивангай. Поближе, можно? Вот. Мочи, я тоже, нет, я хотела это сказать, но так нечестно! Мне под кожу запустили бодельфинов стаю, правда я умру внутри тебя, я по тебе скучаю, красный моря в твоих запястьях. Я зашел в могиле. Нет. Сестра. Татуха? Кит? Кит умирает в лужах бензинах? Да. Деньги мне звонят. Я. Да. Галстук? Такой. Я галстук? Я печатаю галстук? Я ищу галстук. Дебилы. Карты. Карты. Я в карты и компе играю. Хардстон. К чему я сказал? Песня Хардстон, да? Я... Один. Ты... Говно. Я супер. Мы ворвались как гром в дом, никто не знал о Dream Team. Сейчас мы входим в топ-100, моя жестко копия, мисс Мир, я считаю фишки, сотни и тысячи, да, даю им жара, вихрь, микрофон, крики.
Хайпим. Я тусуюсь, мне платят. Хайпим. Держу язык за зубами, я не могу делать куни, чтобы она была спокойна, ни о чем не говорю и никому не... Ну. Это Яникс. Это Яникс. И я знаю, это мой бизнес. Ну, называется... Деньги в кошельке моей птички, что-то. Нет, нет, мой бизнес. Деньги в кошельке птички. Максим, я. Режу вену? Курю. Я курю и наблюдаю, сука. Пепел на могиле. Блин, ну я сейчас это, я понимаю, я не могу вспомнить. Я... Не помню, когда ел. Отправил их тела. Что-то поджигаю, что-то такое, да? Что венах можешь обвинять меня. Лицуха. Режу. Раков за ИКЦ. Я режу. Режу блант или что? Нет. В руке две мобилы, Волга Смокинг Стейшн. Затопал могиле. А, ща. Будто я драфтинер, целый день курю. Пепел на могиле, не помню спать. Я подумала, 2002. Так было же вроде, 2002. Было Ян Лин, 2002. Стой, вот так хорошо, да, видно? Видно так, вот так нормально так. Ну, Максим, и туда. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Да. Если это так, то поставьте ему палец вверх. Подпишитесь на мой канал. Внизу не забывайте комментировать. С вами была Лиза, Рома. Я Рома, да. Пока. И Максим. Пока. Пока. А можно нормально сказать? Это мои зрители. Не надо к ним такое неуважение проявлять. Пока. Пока. Давай я по-разному скажу. А ты выберешь от банана. Давай. Пока. Пока. Пока, 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 пока. Нет, ну что, почему ты так говоришь? Да нет, уважительно, ты уважай. Уважительно скажи, пока. Ты понимаешь, люди смотрят. Пока. Че слово тупое такое? Пока. Пока. П-О-К-А. Куска, куска, вперед, знаешь, такой мультик? Например, как может обычная лампочка украсть интерьер. Круто, да? Это в жизни, но поможет, это круто. Милые крышки для сока, для напитков, что? А сок это не напиток? Че ты говоришь? Как сделать? Как же сделать крышки для сока? А давайте сделаем типа... Как же сделать крышки для сока? Расскажите. А еще можно сделать лампочку. Все, тихо.